анекдоты на самую разную тему на канале «Анекдоты от Санька». Подписывайтесь, кликайте на колокольчик. Смеяться полезно для здоровья. Ссылка в описании. Ой, да ты еще ребенок. Кто, я? Да я кассету на карандаше вертел. Проспал на работу и позвонил начальнику. Сказал, что воды нету. Пошел в ванную, посмотрел, действительно. В следующий раз позвоню и скажу, что дверь деньгами завалила. Дед, а когда люди поняли, что земля не плоская, а круглая? Вовочка, да тут любому дураку понятно. Узнали, когда увидели глобус. Быстрее всего тупой человек поймет информацию, если объяснить ему на пальцах. На его сломанных пальцах. А кто это сделал? Доктор, помогите мне избавиться от будильника. Так, бабушка, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Каждый вечер в 11 часов во мне просыпается будильник и говорит, что пора жрать. Блинчика! Два мужика стоят в пивнушке. Один спрашивает, ну ты как, еще не женился? Другой говорит, да нет. Сколько лет хожу в нашу пивнушку, ни одной порядочной женщины не встретил. Как узнать, что ты набрала лишний вес? Ты не можешь больше носить туфли на шпильках. В паркете остаются дырки. Бабушка поймала золотую рыбку и говорит, золотая рыбка, сделай так, чтобы в неделю было 5 выходных, а не 2. Золотая рыбка говорит, так, юноша, так ты не женат. Иди домой, там тебя ждут жена и теща. И поедете на картошку на дачу, а отдыхать будешь на работе. Я только что узнал, что моя жена почти блондинка. Рыжая, что ли? Нет, темненькая, только такая же дура. Блинчика! В течение жизни человек может переболеть разными болезнями, но по-настоящему должен бояться только одной, последней. Как отводить ос? Если осы нагло лезут в дом, то отлавливайте их по одной, зажимайте в тисках и веником по морде, иначе они не понимают. Охота на белого медведя в Норвегии не запрещена, но защитники природы шума не поднимают, так как охота разрешена без оружия. Сегодня понял, что я чувак приличный, когда летел с лестницы и кричал «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» А кто это сделал? На ринге мордуются два боксера. Один поздоровее, помощнее. Явно побеждает другого, похилее. Тот уже весь в синяках, в шишках. Морда кривая уже, истекает красными соплями. Наконец получает мощный удар в челюсть и падает, теряя сознание, думает, из чего это мне в шахматы не нравилось. Подписываемся, кликаем на колокольчик.